что согласно работе человека, которому прилагают в работе, чтобы прийти к истине, в этом мире он получает помощь свыше. Что такое стараться прийти к истине? Стараться получить ответ. Что с ним происходит? Почему это происходит? Почему именно это? И как? Что это за направление? Человек хочет прийти к истине. Кажется, что истина может быть что-то очень разрушительное, потому что человек находится в сладкой лжи, и он не хочет выйти из этого. Так как он может направлять себя на истину? Потихоньку. Тут он на собственных ошибках и учится.